Половина всей месячной доли осадков за 30 минут. Природа этим летом не перестает преподносить сюрпризы ульяновцам и коммунальным службам. Сюрпризы эти отнюдь не из приятных. Например, вернувшихся домой автовладельцев микрорайона «Новая жизнь» на одной из парковок ждала такая картина. Как у нас льет машины на нижней парковке. Затопило. Реки текут. Это просто ужас. Обалдеть. И вновь, уже второй раз за сезон, дорожная инфраструктура не прошла испытания дождем. Ливневая канализация не справилась во всех районах города. В диспетчерскую службу Дорремстроя за минувшие сутки поступило свыше 50 жалоб от водителей. Больше всего из-за Свияжья. В бассейны под открытым небом превратились улицы Камышинская, Рябикова, Шолмова, Отрадная и Ростовская. А на Ефремова полиции даже пришлось перекрывать движение. Встал, а вернее поплыл, не только частный транспорт. Проблемы с движением испытывали трамваи, несколько маршрутов пустили по обходным путям. Дорожники в срочном порядке бросились на прочистку ливневок от земли, листьев и бытового мусора. В целом все по плану, очищаем. Затруднение составляет человеческий фактор. Вот эта скошенная трава, она забивает ливневки. И природный резонанс, вот эти листья. Вот единственное, что. А так все нормально, по городу все идет отлично. Все в плановом режиме. Под проливным дождем на городские улицы сражаться со стихией направились 7 бригад дорожников. Работа продолжалась и утром во вторник. Справиться удалось. Работало 12 единиц техники, 25 человек. Производились работы по очистке ливнеприемных решеток от мусора, листвы. Также, где были забиты трубы и засорены забиты трубы, промывали каналы промывочной машиной. На сегодняшний день больших недостатков нет. Горожан же вчера и сегодня интересует другое. Почему в Ульяновске что не дождь, то потоп? Привычкой городских служб чистить ливневки не заранее, до наступления катаклизма, а прямо во время дождя заинтересовались в Засвияжской прокуратуре. Прокуратура Засвияжского района города Ульяновска проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В частности, особое внимание уделяется вопросу функционирования ливневых канализаций дорог общего пользования, ненадлежащее содержание которых при выпадении обильных осадков влечет затопление проезжих частей и парковочных зон. По результатам проверки будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования. Что касается погоды, синоптики объясняют, что в понедельник Ульяновская область попала под влияние холодного атмосферного фронта. Дожди пролились над всем регионом, но интенсивнее всего именно над областной столицей. Прогноз на эту неделю следующий. В ближайшие дни и до конца рабочей недели у нас Ульяновская область будет находиться под влиянием тыловой части южного циклона. Ожидается неустойчивый характер погоды. Местами по области и в городе Ульяновск у нас пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северного северо-восточного направления, ночью он будет слабым, днем будет умеренным. Теперь о долгосрочной перспективе. По предварительным прогнозам, оставшуюся часть лета ожидать повторения июньских и июльских погодных аномалий не стоит. Погода обещает быть более благосклонной к ульяновцам и к коммунальным службам. Среднемесячная температура и осадки останутся в пределах нормы.